Привет, меня зовут Николай. А меня Иван. И мы из команды MudRobots. Ровно год назад родился проект Биван. 998 спонсоров поверили в идею надувного дивана и поддержали нас. Спасибо. Огромное вам человеческое спасибо. Напомним, что такое Биван. Это компактный надувной диван, который всегда под рукой. Чтобы надуть диван, достаточно несколько раз зачерпнуть воздух в горловины и завязать ее. Операция занимает от силы 30 секунд, после чего лежак готов к употреблению. Биван произвел настоящую революцию на рынке надувной мебели. Про проект написали ведущие издания, вышли сюжеты на федеральных телеканалах. Популярные видеоблогеры выпустили свои обзоры на Биван. У нас даже появились подражатели и поклонники, и клоны. В процессе производства работа по улучшению Бивана не останавливалась ни на минуту. Евгений Нестеркин, автор и инженер проекта, в процессе улучшения Бивана создал 18 версий. Улучшению подвергались все составляющие. Воздухоудержание, внешний вид, типы швов, фурнитура, качество пленки и ткани. За прошедшую зиму мы разработали две новые модели Биван. Биван 2.0 и Биван Гигант. Биван 2.0 отличается от оригинала продвинутой анатомической формой. Он стал более плоским, поэтому повысилась его устойчивость и удобство лежания. Мы добавили подушку в изголовье и специальную мембрану, позволяющую спать лицом вниз. Верхний слой бивана выполнен из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Еще у бивана появилось два крепления для подсветки и два крепления для колышков. Диван гигант – это даже не диван, а настоящая надувная кровать. Кровать, которая умещается в сумку-переноску. Весит всего 2 кг и надувается так же быстро, как оригинальный диван. Полезная ширина гиганта в надутом состоянии 110 см. Целый метр, есть где разложиться. Длина гиганта 200 см. Одна из сторон выпукла. Ее можно использовать как подушку. Биван сделан из высококачественной ткани с технологией RipStop, укрепленной армированными нитями. Гигант рассчитан на динамическую нагрузку и выдерживает более 420 кг. То есть два человека весом по 210 кг не только уместятся на нем, но и комфортно проведут ночь. Зачем мы запускаем новую компанию? Мы собираемся, во-первых, модернизировать омский цех и запустить новую линию производства для производства более сложных изделий. Для этого нам нужно швейное оборудование, расширение рабочих мест, покупка новых столов и расширение самого офиса. Помимо этого, мы планируем найти партнеров, которые возьмут на себя функцию продажи биванов в регионах. И для этого нужно 1 миллион рублей. Первые спонсоры получат биваны со скидкой 60% от розничной цены уже в конце апреля. Розничная цена бивана 2.0 составит 2990 рублей. Бивана гиганта 4990 рублей. Но это не все. После первой кампании нам поступали сотни запросов о возможности стать нашим официальным представителем и продавать биваны в своем городе или регионе. Мы подготовили программу франшизы бивана. Суть франшизы в маркетинговой поддержке на региональном ТВ и интернете, помощи в организации продаж, инструкциях, при направлении заказов с сайта Biwan.ru в ваш регион. Подробнее о франшизе можно почитать на странице компании или запросить детали по адресу b2b@biwan.ru. Поддержите наш проект, и вместе мы превратим небольшую мастерскую в инновационную фабрику, создадим сотни рабочих мест по всей России и, возможно, выведем Биван на международный рынок. Нам нужна ваша помощь!